С начала года по линии государственно-частного партнерства в Казахстане заключено более 1000 договоров в различных сферах, в том числе в медицине, дорожной инфраструктуре. Общая сумма договоров свыше 2 триллионов тенге, половина из которых – это частные инвестиции, заявил на брифинге представитель казахстанского центра ГЧП. Образовательный сектор будет направлен на 200 миллиардов тенге. На эти средства планируется дальнейшее возведение школ и оснащение учебных кабинетов. Отмечается, что за последние 2 года, благодаря механизму государственно-частного партнерства, в стране было создано почти 60 тысяч ученических мест и 10 тысяч мест в дошкольных организациях. Данная практика принята государством, и в рамках национального проекта «Комфортная школа» будет в дальнейшем реализовываться по данному формату. Они реализуются как и на объектах, которые находятся в частной собственности, также и объектах, которые были построены частными партнерами и в последующем переданы в государственную собственность.